Говорят, что победить Путина на выборах нельзя. Но победа – это не просто замена Путина на кого-то другого. Победа – это новая, умная политика. Чтобы ликвидировать нищету и разруху, обеспечить экономический рост, снять санкции, нормализовать отношения с миром, мне нужны 10 миллионов голосов. Голоса миллионов – решающая сила. Когда за опытным и грамотным экономистом стоит 10 миллионов человек, когда они вместе голосуют за правду, которую большинство людей обсуждает дома, на кухне, за чаем, ситуация в стране начинает меняться. Такое количество людей невозможно игнорировать. С их идеями и предложениями их кандидата будут вынуждены считаться. Так уже было в 2000-м. Вместе нам удалось реализовать немало полезных законов и эффективных решений. Низкая ставка подоходного налога, стабилизационный фонд – вот только часть моих инициатив, которые были воплощены в жизнь. Они работают до сих пор и помогают нашей экономике держаться на плаву. Моя цель сегодня – вывести Россию из изоляции, преодолеть бедность, создать мощную экономику. И я смогу это сделать, если вы поддержите меня на выборах. 10 миллионов голосов заставит любую власть выполнять вашу программу, проводить вашу политику. 10 миллионов голосов заставят прекратить войны и помирить Россию с соседями. 10 миллионов голосов заставят увеличить финансирование медицины и образования. 10 миллионов могут вернуть стабильность и уверенность в завтрашнем дне, отстоять наше будущее и обеспечить развитие. Потому что 10 миллионов могут все.